19 декабря 2019 года, Щелковское шоссе, дом 79, корпус 1, 5 подъезд. Сейчас засор канализации кухонного стояка, протечка у соседей, то есть из раковины на кухне пошла канализация. Вот протечка, как раз здесь наверху квартира. Непосредственно моя. Вот, вся квартира залита, конечно же. Вот, и протечка идет в подъезд. Значит, фиксирую все это дело. Позвонил в управляющую компанию, оставлена заявка. Значит, поднялся на 4-й этаж к соседям. Там картина такая же. Приезжали бригада слесарей. Но поскольку... Давайте пройдем, покажу. Поскольку квартира 143. То есть вот вода стоит в раковине. Конечно же, закоротили розетки, была обесточена квартира. Значит, вот залитый пол. Имущество, соответственно, весь линолеум протек, промок. Его надо весь скрывать, просушивать. То есть достаточно большие, гигантские работы. Все это демонтировать, вынести, просушить, новые купить, заменить. Вот мы видим, что из канализации бьет фонтан.